Я рад приветствовать вас на программе Фестиваль Манна. Спасибо, что смотрите нас. Оставайтесь с нами. У нас сегодня очень интересная тема последнее пророчество, которое задает старт приходу Мессии. Мы верим, что Христос это Мессия. Но что же сделает возможным Его возвращение на Землю? Я хочу поделиться с вами одним стихом и словом и историей в Болгарии, которая пролила новый свет на него. В послании Иакова 5 главе, 7 и 8 стихах сказано ⁇ Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня ⁇ Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. А в этом стихе мы видим, что второе пришествие связано с тем, что называется ранним и поздним дождем. Я хочу, чтобы вы поняли причины, по которой Бог медлит с возвращением на землю, в том, что Он ждет, когда созреет урожай. Конечно же, я имею в виду не фруктовые деревья, а наши души. Ведь в Библии урожай связан с человеческими душами. Бог ожидает, когда во всех народах созреет урожай душ. Тогда Он соберет урожай ото всех народов земли. Поэтому в Евангелии от Матфея 24 главе 14 стихе говорится, «И проповедано будет сие Евангелие Царстве по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я хочу поговорить сегодня о предсказании Иакова о раннем и позднем дожде. В Писании Движение Святого Духа в людях, его излияние и действие в каком-то одном человеке часто описывается как поток воды. В книге пророка Исаии, 44 главе, 3 стихе сказано, «Ибо я изолью воды на жаждущие потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя Твое и благословение мое на потомков Твоих». В Евангелии от Иоанна, 7 главе, в 38 стихе Христос говорит к собравшимся на праздник кущей, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанн добавляет к этому, «Это сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Когда Дух Святой не сходит на человека, это сравнивается с падающим дождем. Когда Дух Святой действует в человеке, это сравнивается с текущей рекой. Давайте зададимся вопросом, почему Дух Святой сравнивается с водой. Задумайтесь об этом. Вода движется, течет, также и Дух Святой, он изливается на человека. А вода нужна, чтобы появлялся плод. Дух Святой движется для того, чтобы приготовить сердца людей. А люди ⁇ это урожай от всех народов земли. Дух Святой дает обновление так же, как вода, которая освежает. Вода очищает так же, как Дух Святой очищает наши грехи. Вода утоляет жажду. В Библии говорится, что алчущие и жаждущие правды будут насыщены. Вода также связана с обрядом крещения. Святой Дух, который входит в нас и наполняет нас, сравнивается с крещением, потому что это действие когда Святой Дух наполняет человека Божьей силой, как написано в книге Деяния, является крещением Святым Духом. Последнее движение Святого Духа на земле названо дождем, потому что оно происходит в форме дождя излияния на землю. Есть два уровня излияния дождя. Мы встречаем их как в Ветхом, так и в Новом Завете. В книге пророка Иаиля, 2 главе, 23 стихе, и послание Иакова, 5 главе, 7 и восьмом стихах — это ранний и поздний дождь. Когда я был в Израиле несколько лет назад, я спросил у своего замечательного гида, который хорошо знал Библию, что означает эта фраза — ранний и поздний дождь. Он открыл Библию на иврите и сообщил мне, как на иврите — «Будет ранний и поздний дождь». Это два разных слова. У меня есть привычка говорить с такой же интонацией, как и он. Если вы давно смотрите наши программы или бывали на моих публичных выступлениях, вы, возможно, заметили это. Я неожиданно начинаю говорить в другой манере. Изменяю свой голос, так что становлюсь похож на других проповедников. Некоторые говорят, что я так развлекаюсь, чтобы не было скучно. Я расскажу вам что ответил мне мой гид. Ранний дождь приходит во время посева. Поздний дождь приходит уже на стадии сбора урожая. Я знаю, что некоторые из вас делают записи. Я все записал для вас. Ранний дождь во время посева. Поздний дождь при сборе урожая. Поэтому дождь в Израиле. Ранний и поздний. Можно сравнить с сезонами излияния Святого Духа. Ранний дождь приходит примерно в в ноябре. Когда мы ездили в Израиль и снимали там программы, мы всегда молились, чтобы в ноябре не было дождя во время съемок. Дождь шел временами утром, временами вечером. Иногда погода была просто изумительная, прямо как в Южной Калифорнии. Дождя не было две недели подряд. А иногда, он начинался в декабре, и буквально ни дня не проходило без осадков, особенно в районе Тель-Авива. Это ранний дождь, и приходит он в ноябре. Поздний дождь начинается во время сбора урожая. Это примерно конец апреля-май. Во Второзаконии, в 11 главе, 14 стихе, сказано, что дождь будет приходиться в два определенных сезонов в определенное время года. Другими словами, это Бог назначает дождь. Мы знаем, что был период, когда дождя не было, долгих 42 месяца. Как и предсказывал пророк Илья, после того, как он помолился семь раз, в Израиле снова пошел дождь. Господь управляет этими процессами, но опять же, все происходит в свое назначенное время. Есть сезоны дождя, и есть сезоны излияния Святого Духа. Что касается раннего и позднего дождя, то я объяснил бы это следующим образом. Исторически ранний дождь произошел еще во времена Римской империи. Примерно с 30-го или 40-го года нашей эры до 70-го года нашей эры. После разрушения храма церковь в Иерусалиме была очень активна. И, конечно, из-за гонений и преследования христиане рассеялись по всем народам, так же, как и иудеи. Это первое излияние духа продолжалось до 90-го, примерно 95-го года нашей эры, и распространилось даже на первый, второй и третий века нашей эры. Дары Духа не исчезли с тех пор и до наших дней. Итак, это первое сошествие Святого Духа, и продолжалось оно сто лет. Сейчас же мы входим в сезон последнего дождя, как написано в книге Пророка Иаиля. Святой Дух начал изливаться в начале 1900-х годов, а также во время возобновления харизматических течений в 1960-е годы. И сейчас мы перешли к той стадии, когда не только взрослые, но также и молодежь, и дети все получают Святого Духа. Об этом было сказано в книге Иаиля во второй главе. Сыновья и дочери принимают Святого Духа. Я спросил об этом у своего гида. Мы выехали из отеля в Галилее и направлялись к Мертвому морю, в Иерихон. Как же тяжело говорить об этом. Нет, мне не тяжело, просто когда я говорю, я всегда очень скучаю. Я скучаю по этим местам и по нашим выездам в Израиль. Ну, даст Бог, в ноябре 2022 мы сможем снова туда отправиться. Я действительно... Очень скучаю так вот, когда мы ехали в Иерихон, примерно на полпути, я увидел впереди большое, очень темное облако. Оно было очень отчетливо видно и простиралось вдоль реки Иордан. Я спросил у Гида, кажется, собирается дождь. А он мне ответил, ты разве не видишь по облаку, что будет дождь? Мы все хорошо посмеялись тогда. Так вот, когда наконец пошел дождь, он капал реально большими каплями. Пока мы проезжали под тучей, дождь шел. Это длилось примерно 15 минут, а затем мы снова въехали в солнечную зону. Гид рассказал мне о нескольких видах дождя. Например, бывает, что дождь накрывает всю страну. Берег Средиземного моря, Галилею, Версавию, там везде дождь. И такие большие капли. Другой вид дождя, выборочный. Под такой дождь попадают только отдельные области. Я хочу поделиться с вами одним местом из Писания. Оно как раз про выборочные дожди. Если мы поймем этот принцип, мы увидим, как он ложится на излияние Святого Духа. Во время распространения харизматического движения. Такое выборочное излияние духа действовало по всей стране, в разных регионах. Слово, которым я хотел бы поделиться, записано в книге пророка Амуса. И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напаяем был дождем, а другой, не дождем, засыхал. И сходились два-три города в один город, чтобы напиться воды и не могли досыта напиться, но и тогда вы не обратились ко мне. Так говорит Господь. Это книга пророка Амоса, 4 глава, 7 и 8 стихи. Мы видим, что Господь может позволить дождю пролиться только над одной территорией и не захватить другие территории. И тогда народ из земель, где дождя не было, собирался и шел в то место, где дождь был, чтобы напиться. Мы видим картину этого в книге пророка Амоса. Сейчас я хотел бы подробнее поговорить об этом отрывке. Давайте подумаем вместе. Я хочу кое-что вам пояснить. Причина, почему Господь выбирает отдельные территории для излияния Святого Духа, в том, что не все поля готовы к сбору урожая в одно и то же время. Это не что-то новое. Об этом уже говорили другие учителя. Не все поля готовы к сбору урожая одновременно, в одно время. Иными словами, у каждого свое время. Мне довелось побывать в Болгарии сразу после того, как там пал коммунистический режим. Тогда появилась возможность открыто проповедовать Евангелие в Болгарии. До этого страна была закрыта для Божьей истины из-за коммунизма. Тогда я попал в зал, где занавес был сделан из большого полотна металла, которое поднималось на массивных цепях. Этот зал использовали для театральных и оперных выступлений. Когда занавес поднялся, передо мной оказалось порядка 10 тысяч человек. Зал был просто переполнен. Люди впервые за долгое время получили доступ к Евангелию. Я спросил у Господа, а почему 40 лет? Почему ты ждал 40 лет, пока разрушится коммунистический режим? Дело в том, что за это время люди успели проголодаться, и они жаждали свободы. Они жаждали свободы, как израильтяне, которые были в рабстве у Египта, в книге «Исход». Я был причастен к тому, что этот народ впервые услышал благую весть. Также у нас была возможность раздавать Библии. Долгое время в Болгарии о Румынии и других странах это было запрещено. Я спросил у Господа, почему так долго? И он ответил, потому что я ждал, когда сердца людей созреют для того, чтобы принять слово Евангелия. Я думаю, что это касается также Украины и России. Бог ожидал, пока сердца людей преисполнятся жаждой истины и его присутствия, Иными словами, жаждой Бога. Как писал Иаков, плод земли должен созреть. Он ожидает ранний и поздний дождь. Эти народы в Восточной Европе и в России переживали уже сошествие Святого Духа в разных местах. Иногда это происходило только в нескольких регионах страны или только на некоторых собраниях. Это касается также и Польши, и других стран Восточной Европы. Бог изливает свой дух на всякую плоть. У нас очень мощное служение в Америке. С него все и началось. Мы заметили, что когда мы делимся словом, особенно пророческим словом из Писания, американцы думают, что оно применимо только к США. Однако, на самом деле, эти пророчества относятся ко всем народам. Они глобальны. Бог изольет свой дух на всякую плоть, на рабов и свободных, на старых и молодых. С этого излияния духа начнется новое пророческое движение. Чтобы это произошло, необходимо, во-первых, собрать урожай. Работники должны собрать его, когда он созреет. Он погибнет, если его оставить в поле. Наше служение с помощью камер передает наше изучение на экраны жителей многих стран и городов по всему миру. Мы молимся о том, чтобы мы могли покрыть все народы мира. Мы считаем, что очень важно донести Божье Слово до людей, которые покаялись и приняли Мессию. Все это является частью Божьего плана. Но необходимы деньги для того, чтобы закупить Библии и все хорошо организовать. Поэтому очень важно, чтобы вы, истинные верующие, помогали нам распространять Евангелие по всей земле. Нам нужно поддерживать учителей. И очень хорошо, что в наше время есть интернет, где мы также можем распространять слово. Иисус призвал нас молиться за работников на Ниве. «Жатвы много, а делателей мало», — говорил наш Господь. Это относится и к нашим дням. О последнем пробуждении, о признаке того, что возвращение Мессии уже близко, а именно это является сегодня нашей темой, написано в книге Иаиля, второй главе, и в книге Деяний, также второй главе. Давайте минуту поразмышляем, почему сыны и дочери будут так восприимчивы к Святому Духу, почему Господь будет изливать свой Дух на них. Послушайте меня очень внимательно. Большинство взрослых посвящают себя какому-то конкретному служению. А если вы являетесь верующим, вы должны быть верными. У нас в церкви есть много разных служений. Мы встречаемся в Международном центре Омега в Кливленде, штат Теннесси. У нас служба вечером по вторникам. По пятницам есть группа для молодежи. А по четвергам — молитвенные вечера. Я хочу сказать, что старшее поколение обычно участвуют в одной группе, а вот молодежь не обязательно. И это хорошо. Они готовы присоединиться к любой группе. И это хорошо. Им все равно, баптист вы или католик. Если вы верите в Иисуса, то вы становитесь частью их круга общения. И как я говорил, старшее поколение предпочитает разделение по деноминациям. На вопрос «Ты христианин?» они отвечают «Я хожу в такую-то церковь». Это что касается сравнения старшего поколения и молодого. А теперь, что касается политической ситуации. Большая часть населения Америки разделяется на демократов и республиканцев, и только малая часть относит себя к независимым. Молодые люди могут зарегистрироваться как часть какой-то одной группы, но они не привязаны к ней конкретно. На выборах они проявляют большую гибкость. Молодое поколение принимает людей независимо от их предыдущих религиозных предпочтений или внешности. Раньше, например, когда я рос, и мне очень неловко признавать это, но раньше, например, когда женщина носила украшения или использовала косметику, ее осуждали, ссылаясь на Писание, на Новый Завет. А это абсолютно неправильно. Даже в Библии сказано, что если кто-то пожертвует больше денег, нельзя относиться к этому человеку лицеприятным. Или же, если кто-то будет одет богаче, чем другие. Мы же поступаем по-другому. Мы обвиняли людей и были настроены против них. Молодое поколение так не поступает. Поэтому молодое поколение примет Святого Духа. Не только потому, что оно более восприимчиво. И вы знаете, наверное, сами, что они действительно больше открыты. Больше принимают других людей. И что еще важно, так это то, что более чем половина молодых людей выросла в семьях, где был развод. Они видели много разных видов греха. Поэтому ничто уже их не удивляет. Несмотря на это, они очень открыты к тому, чтобы принимать людей. И, кстати, они также открыты для сверхъестественного. Иными словами, когда Дух Святой начинает действовать, молодое поколение оказывается более принимающим. Забавно, часто старшее поколение говорит, не так меня растили. Даже если вы подтвердите свою правоту местом из Писания, есть люди, для которых традиции имеют больший вес, чем слово. Я хочу сказать, что Дух Святой продолжит изливаться на людей все больше и больше, и мы будем свидетелями этого последнего признака того, что Христос скоро вернется. Прочитайте вторую главу книги Иаиля. Дух будет изливаться на многих людей. Это произойдет до великого и страшного дня Господня. Иными словами, до великой скорби. Сначала произойдет излияние Святого Духа а потом уже наступит Великая Скорбь. Каждый год мы проводим фестиваль Warrior, участниками которого становятся тысячи молодых людей. Ждем вас в конце марта, в июле и осенью следующего года. Мы несем служение для всех поколений, потому что хотим быть частью Божьей работы. Через минуту я снова вернусь к вам с нашим уникальным предложением, так что никуда не уходите. Здравствуйте, это Пэри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен Международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий открывается ли сейчас книга с семью печатями, притча о и что она означает для Америки, что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны, библейский ответ на пришельцев и НЛО, я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Авакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ, РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Биллс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием, должны ли вы готовиться к переходу Пэллы. Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы, вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21 PS CD за 65 долларов. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PS DVD за 95 долларов. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение голос евангелизации, чтобы фестиваль Манным и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует, лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Обратите внимание на новые города, которые мы посетим в следующие несколько недель. Друзья, невозможно переоценить важность приобретения следующих учений с пророческого саммита этого лета. Для телевидения мы редактируем учения. Я лично прошу монтажера вырезать какие-то куски при компоновке выпусков. Вам жаль, но простите меня, я не изменю это. При отборе видеоматериала на телевидении нужна особая мудрость. В учениях, на конференциях мы говорим все открытым, и это моя родная публика. Но мы не вещаем такие вещи в телепередачи. Мы поступаем правильно. Давайте будем мудрыми, как змеи. Есть места, где мне сказали, вас смотрят и уменьшают громкость, когда им что-то не нравится. У себя дома вы сможете посмотреть версии служений без монтажа. Это режиссерская версия нашего саммита. Здесь 11 проповедей. Мы хотим, чтобы у вас было это учение потому что некоторые из них изменят вашу жизнь. Также они помогут вам понять время, в которое мы живем. Сыны Сахара были людьми, понимающими время. Бог открывал им то, что нужно было делать Израилю. Это данные о том, что станет в будущем с нами и как нам поступать. Пожалуйста, закажите весь набор. Здесь вы увидите множество важных иллюстраций. Ну а теперь послушайте график наших предстоящих поездок. Заходите на наш сайт. Иногда места поездок меняются. Мы хотим, чтобы вы знали, куда именно мы поедем. Итак, мы приедем в Церковь, Дом Свободы в Ковингтоне. Это произойдет 14 ноября 2021 года. Церковь, Дом Свободы в Ковингтоне. Жители Ковингтона, мы никогда не проповедовали у вас. Собрание будет в воскресенье, так что присоединяйтесь. Мы будем проводить собрание в воскресенье вечером. А затем мы посетим общину Его церковь. Это Оуэнсборо. Мы будем служить там 21 ноября 2021 года. Христиане из Оуэнсборо ждите нас. Мы стараемся посещать такие регионы, где мы никогда еще не были. На носу Новый год. Мы приедем к тем, у кого мы уже бывали, и проведем конференции с пятницу по воскресенье. В конце марта фестиваль «Воин